А теперь давайте поговорим о секретах молодости. Дорогие друзья, а вы знаете, что наше подсознание способно вырабатывать эликсир молодости? На кого же мы будем ориентироваться? Конечно, на тех, кто уже добился удивительных результатов. И одним из таких людей является академик Георгий Николаевич Сытин. По заключению ученых из Российской академии медицинских наук, биологический возраст 80-летнего академика Георгия Николаевича составляет 30-40 лет, и омоложение продолжается. Дорогие друзья, в 80 лет иметь организм 40-летнего человека великолепно, волшебно, просто сказочно. В чем же его секрет? Позитивные настрои, созданные на базе позитивной психологии, кстати, которые помогли уже более 100 тысячам человек восстановить здоровье. А мы можем вспомнить и известный метод Коэ, который помог и помогает многим людям. А он заключается в самовнушении, то есть настрое организма на желаемый результат. Друзья мои, так что у нас есть все основания объединить все эти знания, которые помогли уже многим людям, и с большим успехом применить их. Если это смог сделать один человек, значит другой может это сделать. И мы можем настроить свое сознание таким образом, чтобы оставаться молодыми или стать еще моложе и чувствовать себя великолепно. Примите осознанное решение, что отныне вы поворачиваете свои биологические часы вспять и изменяете свое представление о самом себе, настраивая свой организм на молодость, красоту, идеальное здоровье и силу.